утренний кофе с молоком и сахаром. Доброе утро и хорошего дня. Я сегодня завтракать буду на балконе. У меня обычный завтрак, но подача завтрака необычная. В общем, Саша знает мою слабость к кружкам. Вот он мне подарил вот такую вот кружку. Я говорю, ну и для чего мне такая чашка? Он говорит, будешь каши по утрам кушать. Ну а что, прикольненько. Так вот раз. И кашка у меня сегодня по утрам. В общем, всем желаю приятного аппетита. И мне тоже приятного аппетита. Я вот думаю, посижу и покушаю на балконе, потому что лето, оно так быстро пролетает, а я даже еще не завтракала на балконе. Поэтому думаю, надо пользоваться моментом. Хоть и погодка у нас такая вот сегодня не очень пасмурная, но мой завтрак это не омрачит. В общем, я кушаю. Всем привет, добро пожаловать на канал, в новый влог. Начну я свой сегодняшний влог вот с такого вот красивого места. В общем, была по делам здесь недалеко. Иду домой через парк. Поснимаю вам такую вот красоту. Сижу вот под таким вот красивым. Сейчас покажу дерево. Вот такое вот дерево. В тенечке сижу. Газон подстригаю, так пахнет скошенной травой. В общем, что я включилась? Я тут по делам ходила в магазин, зашла и сделаю вам распаковочку такая. Необычная распаковка будет в парке. Зашла, там у нас есть турецкий магазинчик. Так как мы подсели, ну вернее, я подсадила всех своих на салат с баклажанами. И я увидела там вот такой вот соус. Целая бутылка. Стоит она намного дешевле, чем в обычном магазине. Такая вот бутылочка. 2,79. Сколько здесь? 655 грамм. А я платила за 200 грамм 3 евро. И еще что я себе купила? Чорчеллу. Это с виноградным сиропом. Еще. Ну-ка, сейчас достанем сумочки. Еще. Ну, это с красным виноградом, а это с нормальным виноградом. В общем, грецкий орех. А, нет, это гранатовый. Извиняюсь, это гранатовый сироп. Гранат. Извиняюсь. Не доглядела. А это уже виноградным, да. Что-то я с утра. Так. В общем, теперь у меня есть соус и чурчхелла. Чурчхелла стоит одна упаковочка 3 евро. И что я еще себе купила? Та-дам! Вот такой вот подносик. Я же люблю пить чай. Но пить чай красиво я люблю. Вот такой вот подносик купила. За 6 евро. Но он хороший такой. Лучше, чем на тему. Да. Стабильный и он побольше будет. Вот. Ну, еще я купила вот такие вот себе бусики. Но это на отпуск. А то купальник оденешь... И ничего больше не будет, что ли? Надо такие бусики одеть. Ну, это я шучу. Вот так вот, с такой вот застежкой. Красиво. И контейнер еще себе взяла. Вот такой вот. Ну, это мне для маникюра нужен был контейнер. Вот. Вот такие вот были у меня покупки сегодня. Так не хочется идти домой. Такой воздух свежий здесь. Красота. Просто красота. Сейчас приду домой, заварю чай вкусный. Кстати, покажу вам, как я завариваю черный чай с мятой и лавандой. Заварю чай.
накрою на этот красивый подносик чурчхеллу и чай. И пойду на балкон. Буду медитировать. Сегодня мне готовить обед не нужно. У меня есть приготовленный обед. Так что у меня есть время для себя, любимой. Хотела еще сходить, там клумба такая большая, но там очень много людей пожилого возраста. Они там все сидят, разговаривают, фотографируются. И я тут с камерой как-то... Ладно, в следующий раз. В следующий раз схожу. Папочка с этим, с малышом ходит. Так мило убаюкивают. Месяца два где-то малышки. Вон там ходит. Так мило убаюкивает ее, прижал к себе. Ой, мой, такая лопатулечка. Детский плач. Ой, разрывается аж бедненькая. Все, в коляску положил. Ладненько. Пойду я заваривать вкусный чай. Ну и вам заодно покажу. Я же обещала показать, как я буду заваривать чай. У меня здесь черный чай двух сортов. Один у меня крупнолистовой. Вот такой вот он, крупнолистовой. И один вот такой вот мелкий. Вот такой вот мелкий. Так, теперь здесь у меня сушеная лаванда и мята. Вот. Мяты. И чуть-чуть лаванды. Так, а здесь у меня цедра лимона. Свежего. Ой, сейчас, минуточку. Так неудобно. Вот так вот. Вот. Ну, вот что у нас получилось. Красота. Заливаю кипятком. Накрываем. И даем настояться. Чай я уже заварила. Как раз время обедать, делаю обед. Но перед тем, как покушать, выпиваю стаканчик водички. Вот решила... Кстати, бусики, вот видите, как смотрятся. Решила пить с красивой посуды. Ваше здоровье. Но у меня столько фужеров стоят. Просто стоят. Думаю, что-нибудь стоять, я буду лучше пить с красивой такой посудой. Это, конечно, для коктейля, но все равно. С такой посудой ей пить приятнее. Кстати, бусики смотрятся классно. Да? Скажите. Напишите. Кстати, скажите, говорю. Напишите, как вам мои бусики новые. Сейчас делаю себе салат. В общем, здесь немножко помидор, два огурчика домашних, салат и семечки. Ну и, конечно, заправляю я все это маслом. У меня здесь вот оливковое масло. Вот эту я заказывала на Тема. Очень классно. Во-первых, распыляет. Не нужно там наливать литрами. И, ну, в общем, удобно. Раз. И готово. Так, сейчас я рыбку еще подогрею. У меня есть рыбка сегодня. Салат и все. И потом будем пить вкусный чай. Мой обед. У меня вот такие вот две рыбки. Кстати, готовил Саша в казане. Салат.
как он любит говорить, тазик. Но это не тазик. Тут два огурца, одна морковка, пять маленьких вот таких вот чили, помидорок и два листа салата. Ну, где тут тазик? Вообще даже не тазик. Ну и кусочек хлеба вот такого вкусненького. Вот. И вот такая вот рыбка. В общем, мне приятного аппетита. И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. А рыбку Саша готовил в казане. Как я уже говорила, в общем, наши друзья, большой вам привет. Я знаю, вы смотрите. В общем, привези нам рыбку. Ну, они любят ловить рыбку. Вернее, он любит ловить рыбку. Не будем называть имен. Рыбак. Вот когда они приезжали к нам в гости на дачу, Саша говорит, ну вот привезите нам рыбку. Ну, он думал, одну-две там уху сварим. Так они привезли столько рыбы, что нам пришлось целый час чистить эту рыбу. Ну и куда ее всю? Вот мы решили ее пережарить в казане, во фритюре. Такая вкусненькая рыбка получилась. Пальчики оближешь. В общем, половину я заморозила. Сейчас мы эту скушаем, а ту половину потом уже будем размораживать и кушать. Спасибо большое. В общем, буду теперь кушать рыбку. И салатиком. Всегда добавляю в салат семечки льна, подсолнечника. Очень вкусно. И эти тыквенные еще семечки. В общем, все, я кушаю. Мукбанка не будет. Вот для сравнения я выписывала с сайта Temu, с магазина. Вот такой вот подносик. Тоже 5 или 6 евро за него отдала. Ну, это я для бутербродов, так вот, булочку положить на завтрак. А вот такой вот подносик сейчас у меня. Чайный. Чай. Все, идем на балкон пить чай. Какая красота. Такая вот чурчхела. Сейчас буду пробовать. И вот этот вот контейнер я купила, потому что организовываю себе вот здесь место. В общем, Саша сказал, сделает мне стол. Ну, пока временно использую свою гладильную доску. У меня их две, так что могу себе позволить. И вот сюда, здесь у меня уже вот так вот организовала. Здесь гели и всякие вот такие вот плестюшки. И вот сюда вот тоже мне нужно поставить мои гели. А здесь у меня будут цветники. Вот так вот организовываю здесь себе рабочее место. Кстати, мне нужно уже заняться ногтями. Все, нет времени. Хотя они еще хорошенькие такие. Немножко только отросли. Вернее, не немножко, а множко. Но смотрится еще хорошо. Но у меня нет времени. Нужно заняться. Хочу сделать просто нюдовый и взять с собой лаки и красить фокус. В общем, понятно. Просто сделаю нюдовую основу, форму, все. И потом возьму с собой 3 или 4 цвета лака и буду там красить. Потому что, ну, в отпуске хочется яркости. А долго яркое я носить не могу. У меня там есть и фиолетовый, и желтый, и розовый, и красный, и неоновые цвета, именно лаки. Поэтому я буду там через каждые 2-3 дня менять цвет. Ладно, пойду я пить чай. Солнышко вышло. Мне так эти бусики нравятся. И что мне нравится, что их можно очень просто одевать. Не нужно просить кого-нибудь, чтобы сзади там застегнули тебе. Потому что девочки, у кого ногти, понимают, что застежки это не для нас. А вот это вот раз, спереди застегнул. И классно. Ой, ветерок подул. Сейчас буду сидеть и пить чай. Включу, наверное, девчонок своих. Точно. Постирала, да, это Ричи, игрушку. Бедные, глазок нет уже. Весь удрявый. Я его зашивала. Вот сюда. Нет, это моя любимая игрушка. Выношу девчонок сюда.
буду пить чай и слушать своих, смотреть девчонок. А, кстати, сейчас сделаем дегустацию вот этой чурчхелы с гранатовым сиропом. Потому что эту я уже кушала, эту я знаю. Вкусно. Главное не скушать нитку. Много вкусно. Мои любимые сладости. Натуральный грецкий орех и сироп. Кстати, самим можно попробовать сделать. Чай бесподобный. Если еще кто не пробовал, попробуйте. Очень вкусно. Я сама так с опаской пробовала. Но когда заварила, теперь это мой фаворит. Даже Саша говорит, завари мне, пожалуйста, с лавандой. Вот так вот. Пришло. Хвостик. Ладненько. Буду я пить чай и смотреть своих девчонок. Кстати, а у Ричи появилась лесенка. Он уже так запрыгивать не может. И вот мы ему придумали, в общем, взяли вот такой вот ящик у нас был, деревянный. Но ему скользко на нем. И я, в общем, свитер у меня был ненужный мне. Я обтянула, он прекрасно. Да? Прекрасно, теперь сам заскакивает. Не нужно мне ее постоянно затаскивать. Вот такая вот у него теперь ступенька. Что, натащил сюда своих вкусняшек? Будешь кушать? Будешь кушать? Какая у меня здесь красота. Срезала все розы у себя на даче. Привезла все домой. Пусть радует меня здесь, потому что на даче я их редко вижу. В основном на грядках где-то пропадаю. А здесь везде их расставила. И буду любоваться. Даже здесь-то. Пусть меня радует. Так, хочу приготовить суп с фрикадельками. В общем, я уже тут себе начистила овощей. Это, кстати, лук с моей грядки. Домашний. Картошка фермерская, а это магазинная. В общем, фарш я уже тоже приготовила. Здесь лук, перец, соль. Рис намыла. Ну и буду готовить вот в этой кастрюльке. Она у меня кастрюлька-чугунок. Сразу здесь делаю зажарку. И потом уже все остальное добавляю. Все, буду готовить, покажу, какой у меня вкусный супчик получится. Забыла заснять. В общем, лук, морковка. Теперь добавила помидор и насыпала еще приправу сюда. Универсальную. Сейчас это все обжарю. Залью водичкой. Добавлю рис и картошку. Когда закипит, добавлю свои фрикадельки. Фрикадельки я уже приготовила. Вот сейчас мне тут все закипит. И потом я уже добавлю фрикадельки. Всегда варю с рисом, не знаю. Мама так готовила, бабушка. Вот, поэтому я тоже готовлю с рисом. Видела, многие варят из... Как ее? Быстро хотела сказать. Овсянка. Потом такие есть маленькие макарошки добавляют. Они как рисинки, но это макароны такие. Вот, но мы готовим с рисом. Ой, мои розочки красавицы. Красивые. Алые прям. Бульк. Ну и вот 10 минут на медленном огне. После того, как закипит. И суп будет готов.
последний наш лук нарезала. Зеленый, свежий. Я-то заморозила себе на зиму, приготовила, все, заготовки сделала. А вот свежий это последний уже. На следующий год надо будет больше посадить лук. Мы вот все лето едим лук с грядки. Суп готов. Зелень потом порционно в каждую тарелочку добавлять буду, когда уже подавать на стол. Ваше здоровье. А я хочу заняться чем? В общем, хочу выбрать себе лак, посмотреть, какой у меня тут уже нехороший, выкинуть. Потому что вот сейчас делаю тут ревизию у себя. Вот это вот у меня все лаки. А это теперь у меня все гели. Цветники, вернее, гели. В общем, все здесь по контейнерам себе отложила. Здесь у меня базы. Здесь у меня гели, топы и масла для кутикулы. Там тоже цветники. В общем, ревизию навожу. И вот это тоже все лаки. Мне нужно тут выбрать, какие уже никудышные выкинуть и какие с собой взять. Красить ноготочки. А здесь у меня топы, которые покрывать лаки. Тоже тут половина, тут начатый. Этот тоже какой-то мутный. В общем, сейчас буду пересматривать и выкидывать. Вот такие вот цвета я выбрала. В общем, мне нужно еще определиться, потому что это слишком много, что я выбрала. Вот хочу зеленый взять. Желтый я беру всегда с собой. Такой яркий, летний. Так, вот этот вот красный тоже. Очень хороший цвет. И ложится хорошо. Вот не знаю, теперь может быть еще этот взять. Или же такой взять перламутровый. Угу. На каждую недельку буду цвет менять. Вот это тоже мне нравится. Вот это, наверное, еще возьму. А эти уже нет. Слишком много будет. И вот топ вот такой вот тоже. Все. А, сколько я выкинула? Ну, вот три. Вот эти вот три лака я выкидываю. Это все в мусорку уходит. Ну, как вариант, можно и так покрасить. В общем, вот эти цвета возьму. Покороче сейчас сделаю ноготочки. Вот этот красный мне нравится вообще. Вот. В общем, вот эту палитру я беру с собой. Будем яркими в отпуске на море. Еще ручка загорит. Вообще будет красота. Ну, вот такой у меня вкусный суп получился. Вот так вот. Себе положила одну фрикадельку. Вот она. И немножко хлебушка. Всем приятного аппетита. И мне тоже. Приятного аппетита. Ну что, буду я заканчивать свой влог. Начинала я его снимать на балконе, думаю, закончу я его тоже на балконе. Хотя у нас пошел дождь. Влажность. Волос у меня сразу пушится, когда влажность. Кстати, покажу сейчас вам мой костюм, который я купила. К отпуску уже все, все, уже на низком старте. В общем, вот такую вот рубашечку взяла и шортики. 100% хлопок. Такое вот качество, прям приятное к телу. Так, сейчас я опущу камеру чуть-чуть. Вот так. Вот, в общем, вот такие вот шортики и рубашечка. В общем, рубашку можно расстегнуть, одеть топик белый, маечку, и как разлетайка ее носить. Или же с джинсами и завязать вот такой узелок. Понравился мне этот цвет, там был еще розовый, но розовый что-то мне не очень. Я вот так одела. На бледное тело оно не очень смотрится. Оранжевый хоть как-то более-менее
А на загорелой вообще будет прекрасно. Вот, поэтому решила приобрести себе оранжевый. И вот такие бусики тоже с сердечком. И на сердечко. Вот. Ну что, пойдемте на балкон. Раз. Начинали. И закончим здесь. Ну, душно. Очень душно. Сейчас я вам покажу нашу картинку. Потому что потом будут уже другие картинки. А вот эту картинку нужно запомнить. Так как я приеду через месяц, уже ее не будет. Сейчас переворачиваю камеру, показываю. Вот такие вот желтые поля. Уборка вовсю идет. В Штутгарте дождь. Сыро, пасмурно. А нас ждет палящее солнце, плюс 30 и море. Кстати, я себе сегодня подстригла челочку, покороче сделала. И стала замечать мою серебряную прядь. Так-то я ее не замечаю, хотя я мою голову шампунью тонирующей фиолетовой. А когда монтирую видео, обращаю внимание, что действительно видно мою серебряную прядь. Так интересно, потому что я волосы вообще не крашу, если кто не знает, что я уже, да, с младшему сыну у меня 17. 2 года еще до этого я не красила. Это 18, 19. 19 лет я уже не крашу волосы. А раньше я была, знаете, прям галимая-галимая блондинка. Прям вообще огонь. Такой цвет был. Оторви и выбрось. Думаю, боже мой, как я носила его. Вот, поэтому у меня свой естественный волос. И есть, конечно же, и седина. Вот. Я их называю серебряные пряди. Они украшают, кстати. Ладно, все, налюбовалась. Все, это видео я заканчиваю в Германии. Следующие видео уже будут с отпуска. Едем в свое гнездышко на целый месяц. Будем греться, загорать, купаться. Света, как всегда, будет делать заготовки, потому что сезон. Мы всегда едем в сезон, чтобы привести до следующего года запасы, чтобы были. И потом опять на сезон. Нет, мы еще ездим на Рождество и Новый год туда отдыхать. В свое гнездышко. Кому интересно, оставайтесь, смотрите, ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. Увидимся уже с вами в следующем влоге. Всем пока и до новых встреч!